هو واقف الزلمه ليش بتستحي؟ Здравствуйте, я познакомилась с гражданами из Ливана. Вот хочу получить маленькое интервью. Пусть они расскажут о Ливане несколько слов, почему они в России оказались, и все, вот такое маленькое все. Здравствуйте, меня зовут Сами, я из Ливана. Я совсем недавно приехал сюда. Я раньше жил и учился в Беларуси, и много чего хорошего про Питера слышал, и решил потом приехать сюда. Продолжать обучение свое еще. Ливан такая маленькая страна, находится на Средиземном море. Там у нас спокойно все хорошо, слава богу. И уже наступила весна. Нам здесь очень нравится. Здесь люди добрые, уровень жизни хороший. И вот мой друг тоже Мухаммед из Сирии. Тоже он здесь учится. Я как по образованию, я ветврач. Учусь в аспирантуру, и вот через 3 года заканчиваю, потом обратно к себе поеду. А какой вы будете врач? По мелким животным, собаки, кошки. Ой, хорошая да. У вас специальность. Берегите тогда кошек, собачек, чтобы они были, радовали людей, и чтобы они были здоровы. Обязательно. Всего хорошего. Спасибо вам большое. Передайте привет Ливану, помахайте ручкой им. Ливан, всего хорошего, всего доброго.